XX, с вами Бельвикс, всем привет! Пока Mattel Creations распродает новых черно-белых базовых куколок, мы с вами продолжаем рассматривать новинок 2022 года. И сегодня сравним базовую куколку из линейки Burriginal Cree Productions Laguna Blue с ее старыми версиями прошлых годов. Оценим, какая лучше и какая хуже. Кстати, буду рада вас видеть в YouTube Shorts, а ссылки на обзоры на Франкенштейн и Клодин Вульф ищите в описании под этим видео. И не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Коробка куклы похожа на ту, что было раньше, но все же немного отличается. Есть надписи на других языках, что означает международные продажи. Форма гроба, напоминающая школьную папку, практически сохранена. Однако стало больше блистера, так как углы срезаны. Отличительный значок лагуны, символ конька, переместился в другой угол и стал едва заметным. Открытое окно в верхней части, которое было у оригинальных кукол, теперь заменено графическим изображением цепочки с разными цитатами для каждого персонажа. Оставайся фантастически уникальным монстром. С конвертика пропала надпись «Freaky just got fabulous». Справа надпись «Monster High» на разных языках с личным стилизованным черепком персонажа. Внизу имя и информация, чья дочь. Возрастное ограничение куклы также 6+. По обрамлению видим отсылки, значки, свойственные персонажу. Звезды, цепи, пузырьки. Рядом с появившимся логотипом Mattel кассета Birthday Mix. Сбоку череп МХ и арт в полный рост. На задней стороне коробки есть надпись Monster High, текст «Встречайте страшно модных подростков, детей знаменитейших в мире монстров». Лагуна представляет собой особый вид морского монстра, так как она является дочерью морского чудовища и океанской нимфы, что позволяет ей посещать больше мест, чем ее родители. Кстати, коробка старых выпусков чуть выше. Клодин Вульф, Франкенштейн и Дракулаура изображены на коробке как выпущенные куклы в этой серии. Обзор на них вы можете посмотреть по ссылке в описании. И не забывайте подписываться на канал. При внимательном рассмотрении заметно, что блестящая черная паутинка на всей коробке заменена значками монстряшек. Например, губами Дракулауры или морским коньком Лагуны, алмазами Клео и черепком оборотнем Клодин Вульф. Самые оригинальные коробки кукол содержали намного больше информации о каждом персонаже. Это и любимые предметы, убийственный стиль и многое другое. И коробка была больше покрыта блистером, из-за чего новые коробки кажутся более упрощенными. В комплект входит подставка, питомец и два аксессуара. Кукла выполнена в Индонезии. Нижняя часть содержит информацию о правах компании. Указан 2021 год. Релиз репродукции состоялся в символическую дату – пятницу 13 мая официальным аккаунтом Monster High. Изначальная цена кукол составляла $25. На заднике сохранилась вставка, но с надписью «Класс и мода живут вечно» она превратилась в Burriginal Cree Production. Есть также картонка с информацией о переработке. Это в новинку для Monster High. Крепление стандартное, штырьки и резиночки. Лагуна Блю – одна из главных героинь во франшизе Monster High, задуманная как персонаж в 2010 году. И, пожалуй, одна из самых популярных среди кукол. Обусловлено это тем, что на родительский взгляд она самая милая из всех девочек, а также очень много раз перевыпускалась в различных вариациях. Для сравнения, конечно же, будем использовать Лагуну Блю первого выпуска. Ее цена далеко не $25, поэтому новая Лагуна Блю – это просто находка для коллекционеров. Особенно для тех, кто не успел вовремя купить Лагуну. Тело не изменено стандартного роста. На спине куклы указано производство 2021 год, Индонезия. А вот шарнир, измененный у куклы 11 точек артикуляции. У новой Лагуны в бедрах белый пластиковый шарнир, а не резинка, что более надежно для куклы. Руки и ноги у куклы шарнирные, их можно с легкостью сгибать в локтях и запястьях, а ноги в коленях. Руки новой Лагуны имеют надписи R1 и L4 по бокам вместо R и L посередине руки. На ее кистях также есть надписи. Шарниры рук новой Лагуны похожи на шарниры кукол перезагрузки, они прочнее. Посторонних запахов у куклы, конечно, нет.
Лагуна имеет бледно-голубую чешую, которая покрывает все ее тело, а также перепончатые руки и съемные плавники, выступающие из ее нижних конечностей. Плавники новой лагуны темно-синего цвета. Кстати, на заметку, плавники никак не крепятся, их очень легко потерять. Лучше всего закреплять их все-таки какой-нибудь резиночкой, потому что одно малейшее движение, и плавников нет. У лагуны большие зеленые глаза и веснушки на лице. Глаза новой лагуны посажены ближе друг к другу, ее брови и тени другого фиолетового цвета, на губах больше блеска. Новая лагуна кажется более удивленной, похожей на настоящую рыбку. Золотые серьги на морскую тематику. В новых украшениях лагуны больше блеска. Заколка выполнена из более темного золота. Молд морского конька стал более мыльным по сравнению со старым. У нее длинные светлые волнистые волосы. Отдельные пряди приобретают синий цвет из-за хлорки в школьном бассейне. В голове нет клея. Волосы залачены лишь на прямой челке. Остальные больше рассыпчатые, мягкие, но никакой липкости и маслянистости. Как это порой бывает, ведь мотел часто практикуют залачивание, из-за чего порой волосы приобретают максимально неопрятный вид. Это мы частями можем наблюдать у новой Лагуны Блю. Ощущение, что у нее немножко волосы похожи на мочалку. Безусловно, от такого эффекта, кому он не нравится, можно избавиться. Гораздо, наверное, приятнее, когда у куклы волосы шелковистые, как, например, у первой Лагуны Блю. Часть волос крепится на заколке, а часть преобразована в челку. Волосы стали намного пушистее. Прошивка хороша. В цветах могут быть небольшие погрешности, потому что первая Лагуна Блю все-таки 2010 года, и, как мы знаем, куклы, к сожалению, со временем выгорают, как и их одежда. Поэтому в сравнении некоторые элементы Лагуны Блю новой могут казаться более яркими, нежели у старенькой Лагуны. Ее убийственный стиль – купальная одежда. Рисунок в виде чешуи, цветы, морские коньки и рыбки, такую как купальник с рыбьей чешуей, спортивные черные шорты с сетчатыми вставками, куртка с рукавами средней длины и толстовка в рыбьем стиле с капюшоном с милыми плавничками. Верх купальника обшит розовой нитью. Манжеты на кофте такого же цвета морской волны, что и вставки шорт. На толстовке есть серебряная вставка. На руках браслет из жемчуга. Сетка на ножках пришита вместе с купальником, а это не продолжение аутфита. Сбоку шорты прошиты ниточками, есть имитация кармашков. Безусловно, эта кукла очаровательна и имеет очень удачный дизайн, как и детализацию. Аутфит буквально напичкан проработкой, в хорошем смысле. У Лагуны многослойный образ, принт на одежде не отличается. У новой Лагуны есть защитная подкладка под кофтой. Чешуйки на ее купальнике и куртке темнее и толще. На ножках красивые шлепки черного цвета на высокой платформе. Внутренняя часть окрашена в ярко-розовый. На ботинках отсутствуют метки L и R. Домашнее животное Лагуны – это пиранья по имени Нептуна, которую она носит в специальной сумочке, сделанной в виде аквариума. Нептуна довольно раздражительна и кусает других монстров, когда они меньше всего этого ожидают. Подставка старой Лагуны была такой же жемчужной, но она больше отдавала желтым оттенкам. На расческе в форме черепка указан 2010 год. По содержанию дневник является точной копией первого выпуска. На дневнике новой написано 2021, на обратной стороне Mattel. Впервые Лагуна дебютировала в числе первых двух волн базовых девочек. Позднее она была перевыпущена и вышла в сете с 5 девчонками Monster High. Мне новая Лагуна напомнила лицом Welcome to Monster High и Shriek Wrecked. Такие же крупные глаза, тоже перезапуск. Личиком, кстати, новая Лагуна Блю напомнила мне больше старые самые выпуски, например, Dance Class. После них перезапуск 2022 года уже не кажется каким-то странным и необычным. Какую куклу покупать и покупать ли вообще, решать только вам. Напишите в комментарии, хотите ли вы себе Лагуну Блю в коллекцию. У кого есть другие выпуски, будем с вами делиться мнениями. А также смотрите мои YouTube Shorts. Туда я выкладываю небольшие, но прикольные видео.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик. Переходите на другие мои обзоры и социальные сети по ссылкам в описании. Be cool and crazy! Пока-пока!